Привет, сообщество Дукоскопи! Мы подводим итоги конкурса в последней торговой неделе этого года. В конкурсе технического анализа победители уже определены. И первое место с призом 1750 долларов достается трейдеру из Румынии под ником Marius24. Отличный результат! На второй строчке рейтинговой таблицы участник Foreign Exchange из Италии. И его приз в этом конкурсе 1200 долларов. И заключаю тройку победителей конкурса технического анализа трейдер под ником Dumb as a Rock из США. Делайте наиболее точный технический анализ и выигрывайте каждый месяц только на dukoskopi.com. В ежемесячном конкурсе социальной торговли также подведены итоги, и мы готовы объявить тройку победителей. Главный приз – 1000 долларов – достается российскому трейдеру. Поздравляем и желаем только успешной торговли. На втором месте участник из Румынии под ником Decibal, и он выигрывает 800 долларов. На третьем месте рейтинговой таблицы конкурса социальной торговли оказался Saveway из Пакистана. Станьте успешным инвестором, копируя сделки лучших поставщиков сигналов, и выигрывайте каждый месяц только с Дукоскопи. Мы также определили самых творческих трейдеров нашего сообщества. Итоги ноября в конкурсе статей вы можете посмотреть на страничке конкурса. Ну а я хочу отметить статью победителя. Трейдер Сидиван Виван из Нигерии поделился с нами своим опытом, подробно описав причины своих неудач в конкурсе стратегий и дал отличные советы всем трейдерам нашего сообщества. Подробно ознакомиться со статьей вы можете в профиле победителя. Торговля может быть веселой и социальной только на dukoskopi.com. Увидимся с вами уже в следующем году.